За 64 года существования в Доме культуры Ленинского района проходило множество спектаклей, выставок и других мероприятий. Однако профессиональные бои по кикбоксингу и смешанным единоборствам в учреждении проходят впервые. Появлены хорошие бойцы, юниоры, чемпионы мира, Европы, чемпионы СНГ. Поэтому бой обещает быть зрелищным. К своим 8 годам Тимур Каджаев уже становился чемпионом СНГ. У юного бойца есть свои коронные приемы, и помимо этого он вместе с тренером детально изучил своего соперника. Это очень важный турнир. Я хочу выиграть пояс, победить. Тренер мальчика Артур Варданян уверен в победе своего подопечного. Из синего угла ринга он подсказывает и мотивирует бойца. Наставник подчеркнул, что бой на таком уровне его ученик проводит впервые. Тимур, конечно, дерется на уровне России, но по любительским боям. Впервые он выступает также, скажем, на любительском бое, но уже на уровне профи, потому что это один бой, как бы это уже говорит о том, что это уровень, мальчик поднимается. Вот. Посмотрим, как он сегодня себя покажет. Бой выдался напряженным, и даже спустя 3 раунда победитель определился решением судейской коллегии. Зрелищный поединок выдали девочки. Такого рвения победить мало кто ожидал от представительниц слабого пола. Но мощные серии ударов соперниц друг по другу сразу развеяли все сомнения. Бой получился ожесточенным. В этой схватке победила Миндина Жанатова, которая после оглашения результата не смогла сдержать эмоций. Приходила на тренировки раньше всех и оставалась дольше всех, уходила после всех. В миг триумфа с девочкой был отец, который и учил ее азам кикбоксинга с 3 лет. По его словам, победа дочери далась ей с трудом. Конечно, сложно. Соперница была, она выступала, а вот у моей дочки первый раз дебютный бой был. Видным это первый подобный турнир по кикбоксингу и смешанным единоборствам, который проводился на профессиональном уровне. Но организаторы мероприятия уверены, эта видная битва не последняя. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Видное ТВ.